Привезли на сборку велосипед Мерида Big 920, он прямо из коробки. Заказали его из другого города, новый, в коробке, за 41 тысячу с какой-то гигантской скидкой. Велосипед красивый, велосипед модный, но вилка люфтит с самого начала, то есть ноги в штанах болтаются достаточно сильно. Рулевая конусная на шариках, она вся люфтит, закусывает, вообще бесполезно, ничего не настраивается. Втулки шимановские просто хлам. Никаких пыльников нету резиновых, вообще ничего нету, все хрустит, все скрипит, не удается протянуть нормально, все равно где-то что-то закусывает. Замена смазки не помогает, вообще все отвратительно. Что тут у нас? Переключатель осера, ну вроде работает. Передний турней. Цепь просто no name, то есть на цепи нет вообще названия производителя. Это у нас Мерида без названия производителя цепи. Кассет Sunrise, ну более-менее, ладно. Тормоза настроили, тормоза шимановские. Это как бы единственное, что работает. А обода кривые. Я не знаю, что тут за название фирмы, какой-то ком. В общем, обода кривущие. Будет мастер править, еще протягивать спицы. И, конечно, резина Мерида вообще кривая. Вся винтом, просто не садится на обод никак. Отвратительное качество покрышек. То есть, в целом, велосипед красивый, модный, интересный. Но каждая движущаяся часть у него не очень качественная. Такой вот у нас обзор на модный велосипед.